действительно там вы никак не применяете больше ничего. Только у вас один инструмент. Никаких голубая кисточек. Работа, да? Да. Грудью я рисую меньше года, да. Мне приснился сон, мне приснилось, что я рисую грудью, нарисовала очень красивые цветы. И после того, как проснулась, решила, что надо попробовать. Решила попробовать. Вот. Потом нашелся желающий купить эту работу, сказал, что очень красиво, и это меня вдохновило. Все, полотно закончено. Это очень необычно, я это понимаю. Это очень трудно. Труднее, чем рисовать руками, это однозначно. Стараешься, чтобы какой-то сюжет не смазался, чтобы другой сюжет не испортить. Наверное, немножечко в нашем арт-пространстве создался некоторый застой. И, так что неплохо, если умы художников встряхнутся таким новым подходом к живописному процессу.